правила честной конкуренции при покупке или аренде земли у государства не соблюдаются. Об этом говорят в Федеральной антимонопольной службе. Несмотря на то, что законодательство совершенствуется, на практике это не дает результатов. Одна из самых уязвимых категорий – крестьянские хозяйства. Для них муниципалитеты должны объявлять отдельные конкурсы по аренде земли. Но сегодня ни одна администрация это не объявляет. Крестьянским хозяйствам невозможно принимать участие. Любыми путями их вытесняет, выбрасывает с конкурсов, возвращает документы, которые в срок. Не просто там вот не допускает, он потом может его обжаловать. Они берут документы, возвращают и говорят, а у вас не полный пакет. А бывает, что полный там пакет. Уже человеку вернули, он не принял участие в этом конкурсе, и он обжаловать не может, потому что он не является участником. Добавлю, что по словам сотрудников службы, чаще они стараются все же предупредить нарушения. Однако, если в ближайшее время ситуация не разрешится, меры станут жестче.